Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, опять вернулся, это очередной выпуск Мотобзора, и сегодня с другими друзья модификация для второго Дума, как и всегда, по названием Gladiator. Дум 2 Гладиатор. Что же это за фигня? Стоп, 148 врагов? Нет, вы что, прикалываетесь или что? Серьезно, 148 врагов? Ладно. Вначале враги, которые ничего не подозревают, даже, но это нормально для Дума. Revolver Build. Для чего же нам? Revolver Build, мне интересно только. Вау. Ничего себе, все. Сколько врагов-то, а? Это метки, да, конечно. Четко, опа. То, что надо. Прям то, что так сильно хотел получить. Блин. Кстати, я заметил, что меня реально много больше начали занимать видеоролики с Думом. Я ни с чего не занимаю как минимум по несколько гигабайт теперь. Это не раньше гигабайт меня занимали, а теперь, блин, у меня ролик на 5 минут занимал гигабайт. Полтора гигабайта, точнее. Не знаю, какого фига. Как же так можно, да? Кстати. Блин. Сколько у тебя все? Как утром. И что, погнали дальше? Давайте. А здравствуйте все. Почему никто не хочет меня прикончить? Странно. Очень даже странно, я бы сказал. Нати. Получили? Молодцы. Снова вся эта фигня. Ага, давай попробуем, что я спрятал. Вот тебе. Тебе. Получил. Только не говорите, что еще Рахнатрон есть. Блин, еще все улучшено. Эй, куда телепортировался, тварь? О. Ага. Послал бы я тебя сейчас. Ну ты не так понял, что я тебя прямо сейчас послала. А это ДКД снова вырубаем. Потада. Я живу. Время умереть. Так, о, желтый ключ-карта. А для чего? Только не говорите, что нам придется здесь что-то искать. Не надо. Не надо только именно вот этого. А здесь на что хотя бы... Только не говорите, что еще одна ключ-карта. Нет, больше нет ничего. Никаких больше ключ-карт, а там на что... О, можно пройти? Secret is revealed. Ты прикинь, это секрет называют. Молодцы. Молодцы. Чего взял? Нормально. Истратил. Вот так вот. И что это все? Больше ничего ведь нету. Нет, это уже слишком странно. Эй, тихо. Тихо, все, теперь получил, и теперь все получше. Знаете, 61 из 163. Я думал, что это бы как-то, не знаю, там побыстрее. В результате мы только то и делаем, что бегаем по всему этому здесь. Эх, ладно. Эй, ты чего, блин, делаешь, а? На тебе все. Все, уже хватит. Хотим ли ты хватит? Все? Все, очистка сделана. Погнали дальше.
назад, может быть, не отпустится хотя бы кто-нибудь. Блин. Допустите меня уже назад. Где здесь выход вообще, а? Так, до свидания. Ладно, ладно, ничего, ничего. Окей. Нужно здесь хотя бы... Ага, тварь. Спасибо мне, что выдал себя. Эй, сволочь, не заигрывай так. Так. Ну, а тебе? Слушай, попробуйте себя на какие-то темы поставить. Что, издевайся? Что стоит самого сильного босса туда. Ох, молодцы. Умные создатели, умные. Что-то прыгать надо или что? Я им не верю. Здорово. А, я ждал, что это первый уровень Вольфенштейна. Лучше бы было так. В результате простое дело, что хожу и убиваю нацистов. Прекрасная идея. А, еще нацисты. Ну, давай, давай. Давай. Ты же должен себе в этой игре показать, давай. Все? Закончили? Спасибо огромное. Так, погнали. Дальше. Угу. Двери, 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 двери. Подохни. Все, двери. Так что получится. Новое шоу от Вована получит все. Прекрасно. Ну, да. Ты что за кислотные пейзажи у нас туда? Не, они туда модель кибердемонов ставили, я уже потому что там реально кибердемон настоящий. Ах вы же, блин. Молодцы. Испугать-то можете. Нет, как не получилось здесь. Что, таком там на самом деле настолько, блин, темное? Что, прикалываетесь или что? Молодцы, делайте комнату еще, блин, темнее. Получил. Что, закрыто? А ну пустите! Это что за фигня, а? Пустите быстро. Блин. Ладно. Ладно. Смиримся. Мегасфер. Все, мегасфер. И я не буду возвращаться, я не понял так, что произошло там. Окей. Ладно. Это было довольно странно. Но наверняка это нормально. Ну, секретик. И вы называете вот это вот секрет... Там... Я уже испугался, думаю, там реально жесткий враг. Дайте мне проход правильно. Это все? Нет, я вам не верю. 125-177. Блин. О, еще враги. Спасибо вам огромное. Спасибо. О, еще. Спасибо. Огромнейшее вам всем спасибо. Я, пожалуй, с патронов-то позабираю, да? Спасибо вам огромное. Спасибо. Ваши патроны теперь, пожалуй, мои станут. Мое. Также мое. Ладно. А здесь у нас ничего. А что насчет этого места? А, ничего также.
И это не имеет никакого отношения к сюжету. Та-дам! Все. Ладно, погнали дальше. Наверняка здесь есть какая-нибудь развязка. Темно, как не знаю где. Есть выход. Воу. То есть мы реально попали назад. Круто. А где здесь выход-то, а? О! Здравствуйте, я же видел. Ревенант, ненавижу вас. Так. Наверняка здесь какой-нибудь проход, который они открыли. И где же он? Здесь? Скажите, что да, скажите, что да. Скажите, что да. До свидания. Fucking shit. Ща! Упал. И не снес себе ни одного очка ХП. Так, ладно, я помню, в прошлый раз я на это тоже попался. О! И это все. Ладно, у нас ушло на все это в 10 минут. Ну, либо смотрите, всем было вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. До свидания.